Партнер проекта «Правильный караоке-клуб «Сова». «Сова» – музыкальное сердце нашего города. Удивляет, что Украина хочет вступить в НАТО, потому что это же Советский Союз бывший. Как-то они же все равно должны к нам больше быть расположены, нежели к НАТО. Меня удивляет развитие Чеченской Республики в связи с наложенными санкциями на Россию, в том, как они стали развиваться. Это им так очень значительно даже помогает. Они стали больше развивать свое сельское хозяйство, они стали полностью на себе концентрироваться, перестали, так сказать, просить помощи, поняли, что неоткуда. Удивляет излишняя толерантность к ненормальным слоям населения. В новостях. В новостях, да. Об этом часто говорят. Я имею в виду про толерантность к меньшинствам. Я считаю, что это болезнь. Это нельзя об этом показывать так спокойно. В телевизоре нельзя показывать, нельзя это тем более распространять. США поставляет оппозиции оружие. В Сирии оплачивает оппозицию. То есть поставляет оружие. Ну, мне кажется, что это все связано с нефтью. То есть это такие экономические, скажем так, вопросы, которые страна решает за счет, ну, там, жизни людей. Обвиняют Российскую Федерацию, в частности, лично президента Путина, в попытке отравления бывшего двойного агента Скрипаля в городе Солсбери. Не приводя никаких доказательств. Там не то, что нет доказательств, непонятно, что произошло. А обвинение уже есть. Удивляет взаимоотношения России и США в плане того, что есть определенные сдвиги в лучшую сторону, но они нивелируются определенными решениями свыше, депортацией дипломатов, ужесточением санкций. Новости спорта, там, что Англия хочет бойкот чемпионата мира объявить. Знаю, что Исландия уже присоединилась к этому бойкоту тоже. Все говорят, что мы не поедем в Россию по ряду объективных причин, потому что мы там плохие, что там кого-то убили, отравили. Действия Америки по отношению наших консулов, которые были высланы из данной страны. То есть это, я считаю, просто-напросто дестабилизирует нашу позицию. То есть пытаются нас провоцировать. Всякие катастрофы, вот эти падения самолетов, еще что-то такое, которые действительно у всех на слуху, и все об этом сразу начинают говорить. То есть положительной какой-то информации такой нет. Удивляет то, что как бы вот это вот становится как раз всем интересно, это все афишируется, а, ну вот только на этом и все держится, получается. Вся информация держится только на каких-то катастрофах.